четвертый у нее этот европейский чемпионат. В прошлом году она была восьмой в Будапеште. Падение на тройном флипе. Сейчас был задуман здесь каскад. Тройной флип, тройной тулуп. Сейчас она должна, если хочет исполнить каскад, тройному луцу добавлять прыжок. Что она, в общем-то, и делает. Тройной луц, двойной тулуп. Она, я уже говорил, что Натали пропустила первую часть сезона, но не всю. Все-таки она сумела выступить в двух турнирах, на турнире в Милане и в Братиславе. Но, правда, без каких-то особых успехов. В Милане была пятой, а в Братиславе седьмой. Неудачным было начало. Не сумела она исполнить каскад, тройной флип и тройной тулуп из-за падения на тройном флипе. Но затем все-таки каскад исполнила, тройной луц, двойной тулуп. И неплохо его исполнила. Хороший был двойной аксель. Так, 27,09. Это что у нас окончательно? Оценка, похоже, за технические элементы. Вот это самое падение на тройном флипе. Вот заключительное вращение. Лишь второй уровень ей дали арбитры. Ну и вот каскад. Тройной луц, двойной тулуп. Ну, нам дает убедиться режиссер, что был с того ребра исполнен тройной луц. Это он правильно сделал. Ну и двойной аксель, тоже чисто исполненный. Каскад и аксель здесь без замечаний. Но
чуть-чуть выросла оценка, потому что все-таки не двойной, не второй, а третий уровень дали заключительному вращению. Так, оценка за компоненты программы. Практически все оценки выше 6. И связующие элементы самый высокий. Самый высокий компонент 6,21. Вот за счет этого она может набрать больше 50 баллов. Вот насколько больше? Да, 50,8. Да, вот компоненты ее выручили. Но, правда, это только 8 место. Ну и Кира Корпи, знаменитая финская красавица. В этом сезоне она вернулась.